Привет всем, вы на канале Валихан. Это видео достаточно интересное и полезное. В этом уроке я покажу, как можно дублировать свои последние операции для других объектов. Этим самым сэкономить время на создании своей модели. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и напишите в комментариях, понравился вам мой урок или нет. Раз вы уже подписались, приступим! Давайте я покажу дублирование последних операций на примере редактирования объекта. Нажимаем на куб, режим редактирования. Например, я здесь сделаю экструдирование этой поверхности. Нажимаю на E, на S. Я, допустим, хочу также экструдировать, точнее, я хочу такой же получить результат на данной поверхности. Чтобы я снова не делал тоже экструдирование, я просто возьму, нажму на данную поверхность, и чтобы скопировать данные действия, которые были сделаны с этой поверхностью, я нажимаю на горячую клавишу Shift-R, и этим самым я данное последнее действие, которое было сделано здесь, я переместил на данную поверхность. Например, также я хочу сделать и на этой поверхности экструдирование такое же. Также выделяю и нажимаю на Shift-R. Но стоит заметить, что Shift-R дублирует именно последнюю операцию, которую мы сделали. То есть, если нам, допустим, по ошибке мы это сделали и нажали на Ctrl-Z, этим самым мы вернули нашу поверхность в исходное состояние, теперь Shift-R работать не будет. То есть стоит помнить, что Shift-R это повторение именно последней операции, которую мы сделали. Давайте теперь я покажу дублирование последних операций на примере редактирования объектов. Выйду с режима редактирования и, например, создам еще один куб на Shift-A и перемещу по оси X. Вот у нас теперь есть два объекта. Давайте теперь этот куб повернем по оси Z на 30 градусов. Я бы теперь хотел, чтобы этот объект я также повернул по оси Z на 30 градусов. Для этого я выделяю этот объект и также нажимаю на Shift-R. Этим самым мы также этот объект повернули на 30 градусов. То есть мы дублировали последнюю операцию, которую мы сделали с этим объектом. То же самое мы этот объект перемещаем по оси Z. И я хочу также этот объект переместить по оси Z. Для этого я нажимаю на Shift-R. Давайте теперь я покажу, как именно работает данная операция, ее принцип работы. Для этого вернем все на исходное положение. Все, давайте посмотрим. У данных кубов мы заметим, что у нас угол Z 0 градусов. В этом и в этом. Я перемещаю этот куб, точнее, меняю угол на R по Z на 30 градусов. Возьмем также эти 30 градусов. То есть в памяти, как последняя наша операция, было увеличение угла по оси Z данного куба плюс 30 градусов. То есть не именно запоминается 30 градусов, а прибавилось к нашему углу к нулю по оси Z 30 градусов. Поэтому дублирование нашей последней операции будет это добавление 30 градусов по оси Z. Я, допустим, вот выделяю этот куб и нажимаю Shift-R. К нашему углу, к нулю, добавилось 30 градусов. Хочу, чтобы еще добавилось 30 градусов. Также могу нажать на Shift-R и также добавится 30 градусов. То есть это очень важный момент, помните это, что мы не дублируем именно положение нашего объекта, а дублируем лишь последнюю операцию, сделанную нами. А как дублировать все параметры объектов, я расскажу в следующем уроке. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить продолжение урока. А также ставьте лайки и не забывайте заходить в мою группу ВК. Спасибо за внимание. Пока.